Всем привет! В этом видео я покажу, как исправить ошибку при запуске GeForce Experience. Рассмотрим причины возникновения и все известные способы для ее устранения. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Утилита GeForce Experience предназначена для автоматического обновления графических драйверов, GameReady и оптимизации работы видеокарты в играх. Программа применяет оптимальные настройки для всех игр, автоматически сканирует компьютер на наличие установленных игр и показывает текущие и рекомендованные настройки эффектов, разрешение экрана, фильтрации текстур и так далее. В некоторых случаях при настройке параметров приложения или его запуске на экране вы видите, что произошла ошибка. Попробуйте перезагрузить компьютер, затем запустите GeForce Experience. Но, к сожалению, перезагрузка не всегда помогает решить проблему. Далее в видео будет представлено несколько способов, которые могут помочь исправить ее. Данная проблема может наблюдаться на Windows 10, 8 и 7. Итак, для начала давайте разберем, что может стать причиной возникновения этой ошибки. По информации от пользователей, есть несколько основных причин, которые вызывают ошибку. Первая причина – телеметрия NVIDIA не может взаимодействовать с рабочим столом. В данном случае проблему можно решить настройка разрешения, взаимодействия в настройках этой службы. Вторая причина – часть обязательных служб для работы NVIDIA не отвечают или отключены. Ошибка возникает, если отключены службы NVIDIA Display Service, NVIDIA Local System Container и NVIDIA Network Service Container. Чтобы решить проблему, достаточно принудительно запустить перечисленные службы. Третья причина – повреждение драйвера NVIDIA. Неполадка одного или нескольких драйверов графического процессора могут вызывать различные ошибки, в том числе и эту. Лучшим способом исправления будет переустановка всех необходимых компонентов NVIDIA. Четвертая причина – сбой сетевого адаптера. Ошибка появляется при зависании сетевого адаптера. Обычно проблема носит временный характер и устраняется переустановкой связи, сбросом винцов. Пятая причина – замена центром обновления Windows драйверов видеокарты. Уведомление об ошибке может отображаться после автоматического обновления Windows. В этом случае нужно удалить текущие драйвера видеокарты, а затем установить последние версии, загруженные из официального сайта. Итак, давайте рассмотрим способы решения данной ошибки. Но прежде, чем приступать к следующим настройкам, попробуйте перезагрузить компьютер и запустить GeForce Experience. И убедитесь, что ошибка не исчезла. Если ошибка по-прежнему появляется, сделайте следующее. Для начала проверьте настройки службы телеметрии NVIDIA. Убедитесь, что служба запущена и ей разрешено взаимодействовать с рабочим столом. Для этого откройте окно «Выполнить», сочетание клавиш Windows плюс R и введите команду service.msc, а затем Enter. В окне служб ищем службу телеметрии NVIDIA Telemetry Container. Если ее здесь нет, а вы видите только три других, переходим на официальный сайт и загружаем программу. Ссылку я оставлю в описании. Затем снова открываем службы и проверяем, появилась ли она. Жмем по ней правой кнопкой мыши «Свойства». Открываем вкладку «Вход в систему» и устанавливаем отметку напротив «Разрешить взаимодействие с рабочим столом», а затем «Применить». Затем возвращаемся к окну служб. Ищем здесь следующее: NVIDIA Display Service, NVIDIA Local System Container и NVIDIA Network Service Container. Жмем по каждой из них правой кнопкой мыши и выбираем «Запустить». После включения каждой службы попробуйте повторить запуск функции, которая ранее вызывала ошибку.
Если проблема не исчезла, переходим к следующему методу. Следующее, что нужно сделать, это приостановить GeForce Experience вместе с видеодрайвером. Для этого откройте панель управления, программы и компоненты. В окне удаления и изменения программ отсортируйте список по издателю. Кликните правой кнопкой мыши по первой записи NVIDIA Corporation и выберите удалить. Затем повторите это действие с каждым элементом NVIDIA. А после перезагрузите компьютер. После откройте сайт NVIDIA, перейдите в меню GeForce Experience и загрузите приложение. Как только программное обеспечение будет установлено, она автоматически установит отсутствующие драйвера. После установки перезагрузите компьютер и проверьте, устранена ли ошибка. Если нет, идем далее. Следующее, что нужно сделать, это сброс сетевого адаптера. Эта процедура еще известна как сброс винсов или переустановка сетевых протоколов. Для этого запустите командную строку от имени администратора и введите следующую команду: netwinsock-reset. Enter. После успешного выполнения командой перезагружаем компьютер и проверяем наличие ошибки. Если это не помогло, переходим к последнему способу. Если ошибка никуда не исчезла, скорее всего, она была вызвана поврежденным драйвером видеокарты. Чтобы это исправить, нужно переустановить драйвер вручную. Открываем панель управления, программы и компоненты. Ищем программы от NVIDIA и удаляем все, что связано с графическим процессором. Затем открываем диспетчер устройств и переходим в раздел «Видеоадаптеры». Нажимаем правой кнопкой мыши по драйверу с названием видеокарты и жмем «Удалить». После удаления перезагружаем компьютер. Переходим на официальный сайт NVIDIA, загрузка драйверов. Указываем тип, серию, семейство, операционную систему, язык и тип драйвера. Поиск. Загружаем найденный файл и запускаем его. Устанавливаем, следуя инструкции на экране. После установки снова проверяем наличие ошибки. Даже с начальным уровнем владения ПК, следуя представленной инструкции, вы легко справитесь с этой ошибкой за считанные минуты. А на этом все. Надеюсь, данное видео помогло вам решить данную ошибку. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока!